Всем добрый день! Сегодня у меня пересадка и размножение замиокулькаса, и я хочу с вами поделиться своим опытом. Когда у меня появился этот цветок, долларовое дерево его еще называют, вот у меня такой большой, он у меня был уже в ролике, когда он цвел, я его решила размножить. Посмотрев ролики, как там в агроперлите всякими разными способами размножают, я тоже попыталась, но результат был отрицательный. Все, что я сделала, все пропало. Я начала искать методы свои, и вот у меня все получилось. Это вот раннее было у меня размножение, укоренение. Вот уже такой хорошо начал расти. И это вот позднее. Сегодня я буду пересаживать. То есть, что я делала? Вот у меня, вот смотрите, вот здесь уже начались росточки вот давать. Я срезаю веточку такую, ну вот он дает новые, эти нужно обрезать, обновлять. Тут вот уже к тому же начинает пропадать. Отделяю листочки. Наверное, ножничками. Вот таким образом к самому вот прямо стеблю. И вот обрабатывая укоренитом, укоренит не приготовила, или корневином, и буду садить вот в такой лоточек. Значит, грунт у меня здесь агроперлит, песок, универсальный грунт магазинный покупной и немножко садовой земли, совсем немножко. Вот я буду вот здесь еще у меня вот показать, такой же грунт намешан. Я буду сейчас пересаживать свои, которые я укореняла раньше. Сейчас мы посмотрим результат моего укоренения. Значит, вот здесь у меня два листочка было. То есть я также намешала грунт, обработала вот кончики листочка укоренитом и посадила их вот в баночку такую. Поливала очень редко, прям очень-очень-очень. Потому что замиокулькас не любит перелива. Лучше пусть будет недолив. Уже такой стебелек, такая картошка. Сейчас это у меня будет все пересажено в отдельный стаканчик и будет продолжать расти дальше. Вот у меня такой мой способ, очень простой, и ну, я думаю, что не только мой, кто-то еще так делает. Ну, когда я смотрела ролики, там делали всякое разное, у меня был отрицательный результат. Это результат положительный. Второй листочек. Да, тоже вот есть картошка, есть корешки. Вот. То есть песточек, но очень долго, скажу, я не знаю, сколько. Это я делала, наверное, еще весной, ну, месяца три, наверное, точно. Но это в моих условиях. У каждого условия свои разные, поэтому вот у меня месяца три. Вот этот быстрее начал расти вот в стаканчике. Но здесь был не листочек, здесь была верхушка. То есть вот верхушку листочка, стебель, или как его назвать, вот так я срезала. И, ну, конечно, были у меня выпады, наверное, штуки 3 пропали. Сейчас мы посмотрим вот эти листочки, они еще... Да, все уже принялось. Вот картошка есть, у них луковицы такие, росточки есть. То есть все это сейчас будет пересажено в отдельные стаканчики и будет дальше расти. Здесь корешки есть. Да, корешки вот есть. Но вот луковичка еще не наросла. А, нет, вот сзади. С передней части он как бы подгнивает, листочек. Но луковичка вот есть. И даже уже росток, почка роста тронулась. То есть все хорошо укореняется, приживается. Вот по такому моему способу. Кто хочет размножать замиокулькас, но не знает как. Очень просто вот. Грунт намешиваете, но грунт я делаю легкий, как я повторяю, агроперлит, песок, универсальный грунт, немножко совсем садовой земли. Разбираю веточку эту на листочки, ну этот листочек я, конечно, выброшу он уже, на листочки, верхушку сажу отдельно. Но я вот здесь, вот как вот в этом случае, вот я садила стебель без листочков, эти листочки уже наросли. То есть вот стебелек, который у меня останется, я ставлю на нем по одному листу, и он тоже будет посажен, вот в этот же лоточек. В лоточке на нижней стороне там водосток есть, чтобы вода уходила, и буду поливать, но очень редко. То есть с одной веточки мы можем
5-6, ну, что-то, конечно, выпады будут, нарастить себе растений. Поэтому, кто хочет, кому нравится замиокулькас или долларовое дерево, у меня такое красивое, он уже цвел, у меня его стебель новый дал. Кто хочет, пожалуйста, размножайте, выращивайте. Это несложно, вот самыми простыми способами. Я уже вот пришла к выводу, что чем проще способ, тем лучше все приживается. Но это в моем случае. Срезали веточку, разобрали на части, посадили. Ну и ждем. Месяца 2-3 ждем. И вырастет у нас долларовое дерево. Кому, кто воспользуется моим советом, ну хорошо. У тех будет расти такой же цветочек, как у меня. Всем хорошего дня. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!